Несмотря на плотный график, столичные литераторы нашли время и для визита в нашу телерадиокомпанию. Гостей познакомили с коллективом и деятельностью национальной телерадиокомпании. Однако это была не просто экскурсия. Представители делегации вручили коллективу благодарность за информационную поддержку и подарили свои книги. Ну а сотрудники телерадиокомпании, в свою очередь, пригласили гостей в теле- и радиоэфир. Программа по существу выйдет в эфир в пятницу, 1 августа.